Анастасія Крилова, директорка благодійного фонду «Від серця до серця». Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити про акцію, яка постійно майже відбувається кожного року, так? Це вже як традиція. Да, традиция нашего фонда проводить какие-то мероприятия благотворительные, приуроченные к Международному дню онкобольного ребенка. Это 15 февраля. И мы каждый год придумываем какие-то благотворительные мероприятия. И вот второй год – это «Неделя добра», потому что в прошлом году она пользовалась большим успехом, всем очень понравилось, так как есть возможность любому человеку поучаствовать и внести свой вклад. Відомо також, що за афішою заходу цього, що долучитися можна за допомогою покупок в інтернеті. Але все ж таки, це будь-які покупки, чи це є окремо якісь сайти, де розміщені якісь певні товари, певні послуги і так далі? Чи це будь-які? К нашей акции мы ее анонсируем заранее. К нашей акции присоединяются предприниматели города. В этом году присоединилась общественная организация «Платформа МРИДИ». Это сбор предпринимателей таких крупных города Николаева, которые нас и в прошлом году поддерживали. Любой желающий может присоединиться, мы анонсируем, где, в каких точках, кто является членом сети добра, вот, сети недели добра. И в этих местах, в этих магазинах, в этих салонах, на интернет-ресурсах любой житель города Николаева может приобрести товар или услугу и таким образом присоединиться к «Неделе добра» 2019 и своим вкладом, запланированной покупкой помочь деткам, помочь нам, помочь деткам, да, в приобретении медикаментов для онкогематологии детской областной больницы. Так как акция відбувається вже не вперше, и люди перераховують кошти, люди и беруть участь у таких акціях, вони, тобто, вам довіряють, так? Як взагалі відбувається ця система? Можливо, тим, хто не зовсім довіряє таким акціям і так далі. Да, складное конечно. Питание, я знаю. Ну, на самом деле, за 10 лет существования фонда этот вопрос уже не столько сложный, сколько, да, регулярный. Конечно же, мы учитываем все сомнения граждан. И после каждой акции это детальный отчет, так и «Неделя добра». По окончании благотворительные акции в мероприятии в Фейсбуке, а также для участников «Недели добра», партнеров, мы готовили детальный отчет, то есть суммировали все деньги, собранные в течение недели, и на эту сумму делали закупку медикаментов. Я предоставляла, конечно же, документы о покупке, вот, плюс фотоотчет. Так что все это будет и в этом году, поэтому... Зрозуміло, что много грошей не бывает, но все ж таки, сколько планируете зібрати? Зазвичай в таких акциях, сколько собираете? В среднем. Ну, это всегда непрогнозируемо. Это всегда для нас такой сюрприз, поэтому мы берем и для отчета где-то неделю, да, чтобы все это посчитать и сделать покупку. Но для примера, в прошлом году принимали участие в «Неделе добра» порядка 15-17 партнеров, и мы собрали около 45 тысяч. Ну, это где-то 2 недели бесперебойной работы отделения онкогематологии в плане медикаментов. Вот. В этом году у нас 30 партнеров. Ну, надеемся, что как минимум в 2 раза больше будет, учитывая, что в 2 раза больше партнеров. Так уж, сподеваемся, стримаем кулачки и хочемо, щоб всі долучилися обов'язково до цієї акції, тому що навіть маленький вклад може допомогти цій дитинці. Також хотілося б дізнатися, взагалі, кому будуть перераховані кошти, що буде, можливо, придбано, або що плануєте, можливо, обладнання, чи це буде тільки медикаменти, чи, скажімо так, наскільки назбираєте, те й буде. Ну, конечно же, скорее всего, это будут лекарственные препараты, так как для оборудования нужна все-таки прогнозируемая сумма и немалая. Вот. Плюс-минус у нас обеспечено отделение современным медицинским оборудованием. Постоянно открытый вопрос – это медикаменты.
Есть, конечно, да, госпоставки, но постоянно есть необходимость в физрастворах, антибиотиках, противогрибковых. То есть те препараты ряда, которые нужны для поддержки детей между протоколами химиотерапии. Вот. Ну, на это и делаем упор, думаю, это и будем покупать. Сподіваюся, що обов'язково всі долучаться і допоможемо цим діткам. І також хочу трошки сказати про досягнення нашої редакції, тому що, от, наприклад, наша Ольга Руда на зйомках зробили разом, познайомилася з Альоною Радкогло, головою правління фонду «Соняшник». Так, і там вона розповіла їй про Віті Веретьонкіна. І наша Ольга Руда настільки прониклась цією історією, що написала соціальний сюжет, який ми показували і в нас, і потім розіслали своїм друзям з Суспільного, і потім зв'язалися з центральними каналами. Після такого розголосу цьому хлопчику за лічені дні вдалося зібрати зібрані кошти, взагалі всі, потрібну суму, і наразі він вже от в Туреччині проходить лікування. Сподіваюся, як цьому хлопчику допомогли, так і діткам, які завдяки зібраним коштам, можливо, ще комусь можуть допомогти. Так? Тим паче, що препарати вони завжди потрібні. Да, на самом деле и сама акция говорит о том, что вот все вместе все-таки мы быстрее сможем что-то сделать, чем отдельные только там, предприниматели или кому можно обратиться, да, бизнесмены, обратиться за помощью. То есть акция «Неделя добра» дает возможность людям разного возраста, социального статуса, материального положения внести свой вклад. Всего лишь сделать запланированную уже покупку именно в сети «Недели добра 2019», и это будет вкладом в помощь. Я вам дякую, що ви до нас завітали, що розповіли цікаву інформацію. Сподіваюся, що глядачі обов'язково до неї долучаться. І дякую вам, що ви надихаєте людей творити добро, надихаєте їх долучатися до подібних заходів, адже це потрібно.